Всем привет! В эфире канал «Стройгарант Анапа». Рада вас приветствовать. Ну что ж, мы находимся в коттеджном поселке Морской. Этот поселок находится всего в 4 километрах до моря. Ребят, представьте, насколько это близко. И сразу несколько слов о том, что из себя представляет этот коттеджный поселок. Здесь асфальтная дорога, здесь газ, конечно же, вода и электричество. Но самое главное, мы вас сегодня хотим познакомить с одним из домов. А их, кстати, здесь очень много. Находится в свободной продаже, который имеет свою уникальность. Дом с мебелью, дом с интерьером, дом очень крутой. Дом, с которым мы познакомимся, 125 квадратных метров, но об этом немножечко попозже. Сразу придомовая территория, тротуарная плитка, уже готова отсыпка, земля, огород уже вспахан, тоже, как говорится, можно жить. Но и самое интересное, ребят, смотрите, здесь уже есть детская площадка. Ну, это прям такая вот финочка. Опа! Я аж в детство окунулся. Ну, круто, круто. Кирпич в лучших традициях нашей компании. Смотрится гармонично и тепло. А здесь мы видим декорацию, это такой фальш-переплет окна для красоты, для этики, для эстетики. Не во всех домах, кстати, мы это видим. Касаемо крыши, это металлочерепица вот в цветовой гамме, которая представлена в домах коттеджного поселка Морской. Смотрится достаточно гармонично. Конечно же, есть водоотводы. Фасад, безусловно, красивая, важная часть. Но самое интересное, это дом. Это тот дом, о котором мы говорим. Дом, заезжай и живи. Что это? С чем это связано? Почему именно так? Об этом прямо сейчас. Приглашаю. Поехали. И вот что впечатляет. Это кухня-гостиная, почти что 40 квадратных метров, но, ребята, мебель. Мебель, которая представлена в этом доме, это нечто. Это встраиваемая мебель. Имеется все. Микроволновая печь, духовка, но и газовый котел здесь уже установлен. Мебель открывается достаточно просто. Вот он сам котел. Подключен, разведен, то есть все готово к работе, спрятан, чтобы, ну, соблюдалась эстетика кухни. Ну и хочу напомнить, что это дом 125 квадратных метров, дом, ну, на мой взгляд, для такой вот большой семьи, потому что здесь 4 спальные комнаты, и, конечно же, уже есть прекрасный стол, стол стеклянный, вот, ну, приятно, вот хочется здесь прям сидеть и сидеть. Но, нет, самое интересное, конечно же, у нас дальше, это вот та самая гостиная, это эркерные окна, и вот мне уже нравится выключатель. В чем его фишка, особенность, это многорежимность. Световой прибор, который такой многофункциональный, то есть включил, выключил, выбираешь температурный режим, который тебе нужен. То есть по времени суток, по настроению. Ну, в общем, такая. И для меня это, конечно, игрушка, но вещь достаточно практичная. Разделение кухни и гостиной можно считать вот такую территорию. Это плитка, где непосредственно теплый пол. Ну и, конечно же, высочайшего класса ламинат, который всегда используется в нашей компании. Знакомимся со спальными комнатами. Я помню, их 4, и одна из них находится на первом этаже. Итак, что мы здесь видим? Комната уже готовая к жизни. Мебель есть. Достаточно многофункциональный такой вот комод. Да? Много шкафчиков. Думаю, хозяйке это понравится. Ну, или кто хозяин здесь будет. Или гости. Не знаю. Двухспальная кровать, где уже есть тумбочки. И, конечно же, достаточно большой такой угловой шкаф. Мне лично в доме по ощущениям очень комфортно и очень приятно. И еще на первом этаже находится санузел. Здесь тоже все уже готово. Здесь есть душевая кабинка, раковина, туалет, кстати, с инсталляцией. Очень красиво смотрится. Это душ, то, на что вот я обратил внимание, как только сюда зашел. Называется эта система «Тропический душ». Смотрится он круто. Увидим, что здесь есть такой шкафчик, чтобы было удобно. Водонагреватель 100-литровый. Этого достаточно, чтобы помыться. Раковина, ну, тоже симпатичная.
все в стиле сделано, с доводчиками, все системы, все шкафчики, кстати, зеркало с подсветкой. Ну, в общем, вот такой вот уютный санузел. Но поехали на второй этаж, там еще есть на что нам посмотреть. Второй этаж, кстати, мы попадаем через коридор, но и обратим внимание, здесь уже есть теплый пол и, конечно же, уже гардеробная тоже есть. Но и по прекрасной лестнице приглашаю всех на второй этаж. Здесь мы включаем свет для того, чтобы подняться там вечером, ночью безопасно. Вот по такой прекрасной лестнице свободненько идем такие. И уже на втором этаже все это дело у нас выключается. Безопасно, удобно. Так, второй этаж, знакомимся. Уже установлено зеркало для удобства. Главная задача, конечно же, наша, показать интерьер, показать то, что мебель здесь уже есть. А здесь кровать, не знаю, вроде бы это полуторка. А есть уже шкаф, кстати, здесь классный такой элемент есть по декорации. Конечно же, можно добавить еще интерьер, это какой-нибудь стол, это поставить телевизор, потому что все розетки, коммуникации тоже уже есть, но имею в виду электричество, да, и вывод под телевизор. Вторая спальная комната. Я же опять хочу обратить внимание, что это дом для такой вот достаточно большой семьи. Мы опять же показываем, что есть элементы, которые уже основные для жизни. Ну и в этой комнате имеется письменный стол или компьютерный стол. Как хотим, так его и называем. Еще, знаете, такая вот фишечка в этом доме. Здесь вот в каждой комнате люстры, светильники, которые есть, они все многорежимные. Вот, то есть, как мы видели в кухне, гостиной, здесь тоже режимы меняются. Опять же, от дневного, там, вечернего времени, от настроения можно выбрать свой стиль, да, свой цвет. И уже третья комната, которая находится на втором этаже, не спальня. Это рабочий кабинет. А что мы здесь видим? Это, наверное, удобный диванчик. Ой, да, да, ой, все, пока посижу и буду рассказывать. Да, это удобный диванчик, есть стол для работы. Дом выполнен такой вот единой световой гармонии. Даже мебель подобрана для того, чтобы гармонично смотреться. Вот на этом фоне создается такое, вы знаете, чувство уюта, чувство комфорта. Вот такого, как я сейчас испытываю на этом диванчике. Пока смотрите дом, я отдохну. Я отдохну, поехали дальше. Санузел на втором этаже, он значительно больше. Это почти 6 квадратных метров. И здесь уже установлена ванная. Ну, такая вот особенность. Конечно же, плитка в лучших традициях. Качество, ну, как всегда, все в уровне. Радиатор. Ну, и здесь есть еще такая особенность именно в этом санузле, что умывальника здесь аж 2. Большое широкое зеркало. Ну, вот так. Вот так это все выглядит. И еще обратим внимание, друзья, на то, что сплит-система находится как на первом, так и на втором этаже. Каждое окно, которое есть в доме, помимо москитных сеток, которые находятся с внешней стороны, имеет вот такие вот шторки, да, защищающие от света, если мы этого хотим. Если мы этого не хотим, мы их или открываем, или приоткрываем. В общем, управляем окнами светом самостоятельно. Ну, для меня это важно. Сразу обратил внимание, потому что всегда хотел себе такие же. И, конечно же, терраса тоже есть в этом доме. Это почти 36 квадратов. Здесь из дополнительных работ есть теплый навес. Уже предусмотрена вот такая бойлерная часть, где коммуникации все выведены туда. Отдельного внимания заслуживает, наверное, уличное освещение, уличные светильники. Эстетично, красиво смотрится. Главное, практично. Вот такой вот дом, дорогие друзья, находится в коттеджном поселке. Поселке Морской, напомню, это поселок, который находится всего лишь в 4 километрах до моря и 15 минут езды на автомобиле до Анапы, если хочется каких-то развлечений. Ну что ж, еще больше информации в наших ближайших обзорах, в наших ближайших программах. Так что будьте с нами, подписывайтесь, ставьте лайки. До новых встреч. Пока.